5 лет 500 миллионов рублей. И вот результат. В очередной день рождения ДГТУ открыли новый конгресс-холл. Концертный зал на 1500 мест, удобные гримерные комнаты, залы для проведения заседаний ученого совета, круглых столов и пресс-конференций, классы для занятий вокалом, хореографией и КВН. Все это разместилось на 7000 квадратных метров нового шестиэтажного корпуса Донского технического вуза. Я хотел бы здесь поблагодарить наших строителей, поблагодарить всех студентов и сотрудников, кто принимал участие в строительстве, даже уборки, которые подносили, выносили, было тяжело, но мы построили. На церемонии открытия комплекса такого уровня, как и полагается, самые высокие гости. Знакомятся с инфраструктурой, оценивают перспективы. Появляются новые возможности для развития и вузовской науки, и образования. Мы приглашаем сюда наших гостей, которые оказываются в нашем городе по самым разным поводам. И, безусловно, это то, что достойно к показу. Главное, это будет служить всем вам, всем нам. Конгресс-холл – крупнейшая и самая современная зрительная площадка города. В его стенах будут проходить мероприятия не только городского, но и областного и международного масштабов. Кафедры и факультеты вуза демонстрируют свои возможности. Медиапарк «Южный регион» представляет гостям современное оборудование и технологии для освещения главного для города события в ближайшем будущем – чемпионата мира по футболу. Две круглые зоны для фан-зон или для пресс-центра. Соответственно, английская зона и… Это наша финальная игра, да? Да, это наша игра в финале. Причем большинство из них расскажет. Да, я уже понял. Все преимущества и достоинства нового зала уже оценили студенты ДГТУ. Ждут новых концертов. Алина Николаева и Алексей Бабичев.